А мой город, старинный Кунгур, тоже знаменит. Многие, правда, скажут однозначно. Знаменит он изумительной красотой ледяной пещеры, в залах которых словно звучит эхо тысячелетий. И будут правы. Но не только этим известен мой город. Кунгурские турбобуры, например, помогают искать подземные сокровища и в Сибири, и в Средней Азии, и за пределами Союза. Знают в стране и продукцию кунгурских кожевников. А кроме всего, Кунгур включен в список исторических городов Российской Федерации. Городской краеведческий музей – хранилище уникальных памятников материальной и духовной культуры края. Выставочный зал музея носит имя старейшего художника Урала, моего земляка, Германа Александровича Мелентьева. Главные темы творчества художника – история родного края, духовный мир человека труда. Таким же неустанным, самоотверженным человеком труда был и сам Герман Александрович, сын потомственного пролетария. Герман Александрович очень любил свой город Кунгур. И он завещал все, что написано в Кунгуре, отдать в музей города. Что я и сделала. После его смерти я отдала большую часть его работ в музей. Полвека учительствовала на Урале вдова художника Агриппина Антоновна. Ей сейчас 93 года. И кто знает, может быть, это спешат по молодым улицам старинного Кунгура внуки и правнуки ее учеников. Не случайно крепнут в моем городе традиции старых ремесел, тайны которых постигают мои сверстницы в училище завода художественных изделий. Я люблю бродить по переулкам моего родного города, в которых слышны шаги истории. Столетиями измерена биография моего Кунгура. Ее новые строки предстоит писать нам, молодым.